Качки тоже могут делать упражнения турникменов. Физкульт, привет! Вы на канале Body Money. Мы продолжаем серию роликов со спортсменами, которые будут участвовать на любительской олимпии, которая пройдет в городе Москве с 28 по 30 ноября в Центре международной торговли. Сегодня у нас разработки. Чемпион России по классическому бодибилдингу, чемпион Москвы по бодибилдингу Барауля Александр. Привет, Саша. Приветствую. Саша, уже олимпия на носу, осталось там меньше месяца. Считанные недели, да, а подготовки еще очень много. Нужно много выполнить. Да, кстати, хотел спросить, ты же выступал в классиках? Да, я выступал в классиках. Перешел в бодибилдинг? Пришлось, потому что было жалко жечь массу, которую с трудом набирал. И ужиматься было просто невозможно. Какую категорию? До 90. Первая попытка была до 90. А сейчас к олимпии? Сейчас я надеюсь, все-таки я успею еще донабрать сухого мяса до 95. Олимпия – это твой основной турнир, я так понял, да? Да. Почему на олимпию решил? Я рассчитывал именно готовиться на ноябрь, поэтому пропустил Россию, выступил на Москве предварительно, попробовав себя посмотреть. Почему на олимпию? Я считаю, что это хоть и любительский турнир, но все-таки такой с именем, и очень хочется поучаствовать именно в нем. Это такая большая мотивация для самого себя, выжать из себя все соки и показать максимально лучшую форму. Да, это, конечно, это турнир номер один, даже если взять любительский, но среди любителей, пожалуй, это лучший турнир. Выступить там очень круто. В чем заключается у тебя сегодняшняя тренировка? Сегодня у меня по плану грудь, спина, работа на основные мышечные группы, крупные. Начнем? Суперсетами, да. Давай. Итак, несколько разминочных подходов я обязательно выполнил. Сейчас первый рабочий. Жим гантелей лежа на наклонной скамеечке. Слишком большими весами сейчас работать не совсем разумно, потому что организм, в принципе, уже в таком довольно-таки сухом состоянии. Поэтому пограничные веса, повторов на 8-12, суперсетом с базовой тягой на спину. Следующее мое любимое упражнение на широчайшие мышцы спины – это фронтальная тяга в тренажере сидя, с упором, где можно изолировать работу поясницы. Заканчиваю суперсет, небольшой отдых. Стараюсь отдыхать не больше полутора минут, даже на такие тяжелые упражнения, чтобы поддерживать высокую интенсивность тренировки. Отличная работа. Идем дальше. Отдых между сетами минимальный. Между упражнениями в сете, точнее. Теперь можно сделать небольшой перерыв, отдохнуть полторы минутки. Для меня предстоящий турнир очень важен еще тем, что на нем будет присутствовать звезда, так сказать, мирового нынешнего бодибилдинга
Фил Хип, неоднократный чемпион Олимпии. Будет очень приятно посмотреть на него не с экрана, а воочию. Возможно, даже пообщаться, несмотря на плохое знание английского, поздороваться. Как мы знаем, что для всех желающих прийти и сфотографироваться со звездой, с олимпийцем номер один, имеют такую возможность, у них будет она. Мне очень нравится это упражнение отжимания на брусьях широким хватом на низ грудных, так как оно не только прорабатывает грудную, но и мои слабые места, это руки, в данном случае 30. Еще одно мое любимое упражнение, я его обычно делаю на разминку, на спину, такое турникменовое. Его, конечно, нужно делать вначале, когда спина еще не уставшая. Так что качки тоже могут делать упражнения турникменов. И добивочка очередная на спинку. Те же 10-12 повторений. Крайние разы стараюсь сделать с прожимом, с максимальным включением мышц. Саш, у тебя удачный был переход из классиков в билдинг. Ты сразу выиграл Москву. Ты предсказуем тебе этот результат? Ну, на самом деле, это была проба сил, потому что, как я уже говорил, мне не удалось ужаться и не хотелось сжечь массу, поэтому выход был один – пробовать себя уже в билдинге в категории до 90. В принципе, на Москве я считаю удачно, несмотря на то, что категория довольно-таки слабая была, например, относительно нынешнего года. Но, тем не менее, для меня этот старт был приятным, то, что я попробовал себя в другой уже номинации. Не собираюсь опять в классике возвращаться? Очень сложно. Мне все пророчат переходить назад, что, мол, есть хорошие у тебя данные для классики именно. Но пока хочется все-таки набрать мясо и попробовать себя уже с серьезными ребятами рядом. А на подготовке, ну, в частности, сейчас к Олимпии у тебя были какие-то места, которые ты подтягивал, чтобы улучшиться? Или просто набирал массу? Нет, конечно же, это слабые места, которые показали себя именно на переходе. Это руки, отстающая часть, потому что рост довольно-таки большой, даже для категории 90. Вот. В категории 95, я думаю, что более пропорционально буду смотреться, опять-таки, если подтяну все-таки свои отстающие плечи и руки. Сейчас именно над этим работаю. Сегодня просто получилось, что у меня по плану шла грудь, спина, поэтому тренировка была на грудь. А в основном я делаю два раза в неделю руки и плечи. Саш, удачи тебе! Спасибо. Придем за тебя болеть. Кстати, приходите болеть за Александра. Билеты уже в продаже. На powerproshow.ru. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу Body Mania. Body Mania.